Ленские столбы – это геологическое образование и одноименный природный парк в России на берегу реки Лены. Находится в Ангаласском улусе Якутии в 104 километрах от города Покровска. Ленские столбы представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены, глубокой долины, прорезающей Приленская плата. Скальные образования, высота которых доходит до 220 метров над уровнем реки, сложены камбрийскими известняками. В тектоническом отношении Ленские столбы лежат в пределах Сибирской платформы. Начало формирования горных пород, сложивших данный памятник природы, обычно датируют примерно 550 миллионов лет назад. Природный парк Ленские столбы был организован на основании указа президента Республики Саха, Якутия, от 16 августа 1994 года и подчиняется региональному министерству охраны природы. Площадь парка – 485 тысяч гектар. Основной задачей парка считается развитие экологического туризма. Ленские столбы вошли по природным критериям в список всемирного наследия ЮНЕСКО 2 июля 2012 года.